Всем привет, друзья! Увидев непрошенного гостя, лев попытался выпроводить этого малыша. Как известно, медоеды – обладатели очень твердой кожи, прокусить которую – довольно сложная задача. И к тому же, они обладатели очень крутого характера, который позволяет им контролировать положение даже в самых стрессовых ситуациях. Со временем, утратив интерес к этому малышу, лев прекратил его преследовать. Оказавшись в численном меньшинстве, львица вынуждена прижаться к земле и показывать всем своим видом покорность. Не в состоянии больше удерживать натиск, львица пускается в бегство. Этот случай был снят камерой видеонаблюдения. Ночью домашний сторожевой пес, увидев какое-то движение, был вовлечен в смертельную ловушку. Стая разоренных голодных волков буквально смела со своего пути этого смельчака. Застигнутый врасплох, пес не имел никаких шансов оказать сопротивление. Вцепившись со всех сторон, волки убивают домашнее животное и утаскивают его в лес. Здесь самец антилопы гну, ценою своей жизни, спасает стадо. Отчаянно бросившись на львицу, он попадает в смертельное объятие, вырваться из которых ему было уже не суждено. Медоед, попав в объятия питона, был практически обречен. Но все же вырвавшись каким-то чудом, он отплатил рептилии сполна. Благодаря двум шакалам, которые пробежали на шум, питон из охотника превращается в жертву. Друзья, если вам понравилось видео, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск.